Дорогие друзья, по весне в лесу можно услышать необычный звук – трель дятла. Дятел обычно стучит для чего? Чтобы поесть. Но весной еда отходит на второй план, потому что главное – это, конечно же, найти себе пару. Но петь дятел, в отличие от многих птиц, не умеет, поет он, скажем, прям плохо, и назвать это песней невозможно. То есть тот звук, который он издает, тот крик, ну, может быть, и где-то песня зовется, но точно не в лесу. Вот расстаться при помощи такого звука можно, а вот завязать отношения нет. Поэтому что приходится, остается бедному дятлу, как найти ему подругу жизни? Он понимает, что не все женщины любят ушами. Должны быть те, которые хотят, чтобы, так сказать, мужик был работящий. И, так сказать, клюв рос из нужного места. Поэтому он находит старое погибшее дерево, большое, и в него стучит остервенело, такой, выдавая очень короткую серию стуков, для того, чтобы та единственная услышала это, прилетела и завязалась любовь и химия. Так что по весне дятлы стучат не чтобы поесть, а чтобы найти себе подругу жизни. Ну а если не будет погибших старых деревьев, дятлы могут остаться в одиночестве. Поэтому очень хотелось, чтобы они у нас сохранялись везде. Не только в парках, но и в лесах. Это был Алексей Коткин, экологический экскурсии в Петербурге. До новых встреч, пока-пока.